промедление и наказание. Управляющие компании, которые плохо чистят крыши домов от снега и наледи, с начала года заплатили около 2 миллионов рублей штрафов за свою нерасторопность. Однако от угрозы сверху прохожих это не спасает. Во время рейдов, которые проводят специалисты окружных администраций, вновь выявили нарушения. Примерно 30 жилых домов в разных округах города попали в список потенциально опасных из-за несвоевременной очистки кровли от снежных шапок, глыб льда и сосулек. Еще одна претензия к управляющим компаниям – снежные завалы во дворах, у подъездов и на тротуарах. Собранные по итогам рейдов материалы переданы в Госжилинспекцию Омской области. Для нерадивых коммунальщиков это обернулось составлением административных протоколов. Таких организаций, по информации облправительства, набралось 13. За осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований им грозит финансовое наказание. Штраф от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 250 до 300 тысяч для юридических.